Почему снится рак? Ну, я вот сколько вот работаю по снам, в большинстве своем именно рак, он идет как заболевание. Именно вот раковое заболевание. Оно как показывает на онкологические заболевания. Поэтому в первую очередь, увидев этот сон, надо срочно хорошенечко проверить себе здоровье. Это как грибы. Вот грибы – это грипп. И вот как повально начинается грипп, сразу у людей начинает сниться, что они собирают где-то грибы, раздают грибы, будем говорить так. То же самое и с раком. В первую очередь проверить. Где-то до 90% этот символ идет именно вот на онкологическое, на угрозу онкологического заболевания. Тем более, если это рак вцепился вам в руку, значит, что-то вы делаете не то, что вы можете спровоцировать это заболевание. Если в ногу, значит, уже движение пошло. Поэтому здесь надо где-то смотреть. То есть, если он вцепился уже, если вы просто видите, то это связь. Это немножко подальше где-то. Может быть, вы видите связь какая-то, может, с вашим близким человеком, может быть, у него какое-то заболевание в этой области. Если еще какому символу может именно символический рак быть, это может быть знак зодиака. То есть, если человек, может, мужчина увидел женщину, которая, например, кофточка, и у нее на кофточке символ рака идет, значит, это может быть, он может познакомиться с женщиной, у которой знак зодиака будет рак. Рак может еще символизировать, что вы должны больше времени проводить со своими близкими и родными людьми. Это тоже есть. Небольшой, пускай, символ, но точно такой же есть. То есть, или не упускать того шанса или тех каких-то событий, может быть, или материального какого-то, каких-то вещей, которые вы не должны отдавать. Вы должны держаться за них. Но это малая доля. В большинстве, сколько я видела, в основном наше подсознание боится вот именно символа рака, этого заболевания. Оно у всех на устах очень часто бывает. И поэтому, как правило, наше подсознание при малейшей, будем говорить, опасности показывает именно этот символ.